Сегодня в Беларуси проходит проверка системы оповещения. Она нужна для того, чтобы сообщать об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций. Сигнал «Внимание всем» могут передавать, запустив электросирены и систему громкоговорящей связи. В эфире республиканских телеканалов запустят бегущую строку. Операторы сотовой связи сделают СМС-рассылку. Совмин расширил перечень товаров, которые нельзя вывозить из Беларуси. В список попали продукты зернопереработки, использующиеся для кормления животных. Под запретом также и белковое сырье для комбикормовой промышленности. Меры будут действовать в течение полугода. Белавия начнет выполнять рейсы в Казань с 9 августа, а в Екатеринбург с 11. Билеты уже в продаже. Полеты предусмотрены расписанием нового летнего сезона. Напомним, с 18 марта сняты все ограничения на перемещение между Россией и Беларусью. Бобруйский горисполком информирует о наличии свободного арендного жилья. Заявления принимаются с 23 марта по 6 апреля включительно по адресу площадь Ленина 1, кабинет 101. Все подробности на сайте исполнительного комитета. У бобруйчанина украли сумку на общую сумму более 2200 рублей. Внутри лежала техника, золотые серьги и личные документы. Мужчина забыл вещи на автовокзале областного центра. Имущество забрал могилевчанин, затем продал на рынке. Ювелирные изделия, лежащие в боковом кармане, он даже не заметил.